На время действия особого режима подать заявление на пособие по безработице в центр занятости можно в режиме онлайн. О том, как это сделать, рассказывает заместитель директора Сергиево-Посадского центра занятости Ксения Рябинина. На основании постановления правительства Российской Федерации и в соответствии с временными правилами регистрации граждан создана возможность подать заявление на выплату пособия по безработице на портале «Работа в России» дистанционно. На портале «Работа в России» нажимаем на баннер «Подать заявление на выплату пособия по безработице онлайн». Далее на кнопку «Оформить пособие по безработице». Вход на портал осуществляется через портал госуслуги. Проверяем корректность заполнения данных в заявлении, своих личных персональных данных. Если ранее заполняли резюме, создавали на портале, то прикрепляете его здесь. Если нет, то можете создать резюме прямо на сайте. Указываем адрес места жительства, место оказания услуг, ставим Московская область, центр занятости населения, Сергиево-Посадский центр занятости. Выбираем способ получения услуг, расчетный счет. Выплата пособия проводится через платежную систему МИР. Указываем данные карты. Способ связи. Указываем данные, ваш номер телефона. И выбираем приоритетный способ связи. Подтверждаем свое согласие на обработку персональных данных. И отправляем заявление.